Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Артём, и это первое мое видео на моем новом канале по игре The Sims 4. Первое видео я хотел сделать вступительное, чтобы вы поняли, какой я человек, как я примерно верно выгляжу, и поэтому я создам себя в The Sims. Еще ни разу я не создавал себя, и вот сейчас посмотрим, получится ли у меня создать самого себя или нет. Ну что, давайте приступим. Тут нам дается... будут задаваться вопросы какие-то, и мы должны на них отвечать, но мы не будем этим заниматься. И попробуем создать Сима с нуля. Так. Симочка, нам нужен мужской пол и подросток. Божечки, кошечки. Так, для начала. Цвет кожи. Ну, у меня более светлый, наверное, какой-нибудь. Кстати, глаза почти подходят, и брови, кстати, тоже. Так. Можно, кстати, подождите, а есть какие-нибудь... Ладно, окей, это потом. Так, волосы. Так вот, немножечко... Или подождите, давайте начнем, наверное, отсюда. Так, цвет кожи, лицо. А я не знаю, какое у меня лицо. Сейчас я смотрю тут на фотографии. Специально для записи я сделал фотографии. Ну, такое какое-то кругленькое. Ну, у меня не такие. И не такой, наверное, лоб огромный. Так. Какие еще варианты есть? Это, по-моему, было. Ну, давайте, наверное, это пока так и оставим. Так, давайте нос. Почему? Ой. Нос. Но нос, кстати, подходит. Только немножко ноздри у меня не такие. У меня нос, он немножко как будто вытянут вверх, и он... прямой. То есть, ну да, вот такой, только не такие, наверное, ноздри. Наверное, убавить их надо немножко. Может быть, опустить. Так. Что еще? Так, пока это мы уберем. Глаза. Глаза, стой, подожди, не двигайся, да что ж такое. Так, давайте мне сделаем, ну, вот таким. И вот. А что такое худые-то получается? И высокий. Так. Мне немножко не нравятся аксессуары, что это такое. Так, давайте сейчас быстренько выберем прическу. Тут, к сожалению, наверное, нет такой прически, как у меня, потому что у меня не все дополнения. Вот. Поэтому примерно верно будем что-то делать такое, что у меня есть. Ой, как-то слишком круто. Не-не-не. Это для нас не подходит. Так. Ищем. Ничего найти не можем. Как так? Вообще. Так, ну я надеюсь, что хотя бы хоть что-то примерно верно будет. Так. Ну, кстати, у него какая-то кожа желтая. У меня, по-моему, не такая кожа. У меня она более белее. Ну ладно. Окей, оставим пока так. Давайте, может, глаза посмотрим. Ой, кстати. А у меня же голубые глаза. Ой, и цвет волос тоже не такой. Ну,
Вот такой, наверное, даже ближе. Так, сделаем тон волос. И брови, 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 брови. Так. Ну, у меня точно не такие брови. И не такие брови. И не такие. У меня брови. И не такие. И не такие. Ну, что-то примерное верное тут должно быть. То есть, ну, что-то как-то не то совсем. Как будто нарисованные. У меня не нарисованы. О, не-не-не. Ой, кстати, как прекрасно выглядит. Неплохо так. Ну вот эти примерно, но у меня в конце вот тут вот брови, она как бы меньше, то есть вот тут у меня больше волос, и вот тут она вот так вот уменьшается. Что-то такое, но почему они вот так вот близко? Вот так вот, что ли? Вот не знаю даже. У меня вот тут вот больше расстояния. Вот как это называется. Ну хотя нос у меня, наверное, не такой маленький. Большой, побольше, наверное. Ну, кстати, примерно верно уже похоже. Так у меня вот эти вот уголочки, они вверх смотрят, а тут они смотрят вниз. Ну, не вверх они у меня смотрят, а просто как бы. Да что, алло? Почему так-то? Почему так-то? Окей, ладно, оставим так. Допустим. Губы. Губы у меня не маленькие. Что-то вот такое. А можно изменить цвет? Нет? Просто в жизни они у меня розовые. Не розовые, а какие-то с оттенком красного, так скажем. У меня нижняя губа, она больше, чем верхняя. Поэтому мне, наверное, придется немножко увеличить. Ой, сложно сказать, похож ли он на меня или нет. Но я стараюсь. И у меня не такие, это, не знаю, щеки больше. И у меня нет вот этого. Можно щеки побольше, еще больше. А, тут еще можно выбрать подбородок. А есть где большие щечки такие? У меня еще побольше. Вот как будто, правда, примерно, верно, похоже на меня. Но у меня, кстати, не настолько голубые глаза, они более темнее, что ли. Ну, вот что-то подобное. Так. А, у меня еще, кстати, прокол на ухе есть. А, это в аксессуарах, да, у нас? А тут есть один. Есть вот черный. А как сделать один? Кто-нибудь может мне подсказать? Подождите. Это вот, вот тут. Скорее всего, нет, да? Скорее всего, не предоставит мне такую возможность. Ну, тогда не будем делать. Почему бы и нет? Подождите, нос. Что-то вот как-то не то, как будто бы. О, да-да-да-да-да, во-во-во-во-во-во. И вот это надо чуть-чуть немножечко туда. Так. Ну, какой-то dead inside. Ну, прям как я. Что еще?
Как будто как-то, ну не я. Нос как будто далеко вытянут. Надо чуть-чуть убавить. Да стой, ты неподвижно. Во. Чуть-чуточку. Ну, у меня, правда, такие веки, по-моему, называются. Нависшие такие. Прям вот тут похож. Немножко. Ой. Ой. Не знаю. Так ли у меня? Вот пока оставим так. Так, давайте начнем с повседневной одежды. Ну, конечно же, мы его будем... Ну, его, меня. переодевать, как я выгляжу. Так, мне нужна... Нет, не свитер. Где? Вот. Толстовка. Есть какая-нибудь такая же, как у меня? Это все... Ну, она не на замочке. Алло, это вообще дрявая. Извините, я в таком не хожу. Тут нет такой, какой мне надо. А ну, кстати, вот это. Вот это только нет такого цвета, как мне надо. Очень жаль. А тут... Тоже нет такого цвета, как мне надо. Ну нет, я такое не ношу. Вот такое я ношу. Повседневная одежда. В чем я хожу постоянно? Ну, сейчас так это, наверное, джинсы, скорее всего. Так. Вот, джинсы. Джинсы. У меня черные джинсы. Тут есть какие-нибудь вот такие? О, прям точно как мои. Ну, почти. Так, и кроссовки мне нужны, да? Мне нужны кроссовки. Кеды. У меня какие? У меня черные. Ой, нет. Да, у меня там тоже они какие-то примерно такие же. Так, а носки можно, да? Это в аксессуарах, да. Так, вот носки. Ой, у меня почти только черные, поэтому надеваем черные. Ой, а что это за кольцо-то? Колец у меня нет. Ну, было когда-то, давным-давно. Так. Это у нас гламурный костюмчик. Ну, как бы я наделся? Даже не знаю. Допустим, из того, что у меня есть. А я даже не знаю. А тут просто обычной рубашки нету, к сожалению. Очень жаль. Очень жаль. Ну, как бы я наделся? Ну, явно что-то черное. Это 100%. Вот черное на черном. Ну и, конечно же. А, синий. Синий, точно. Вот. И какие-нибудь. Ну, наверное, опять кеды, кроссовки. А что, в костюмах их нет? Так. А почему? Давайте мы тогда так уберем. Ну и наденем то же самое, потому что почему бы и нет. Спортивная. Ой, слушайте, неплохо. Ну, у меня как бы обычная просто футболка. Футболка. Обычная футболка, даже не майка. Ну и слава богу. Так, где же они? Вот, футболки. Что-то... Какое у меня последний раз... Ну, что-то по типу такого. Не, наверное, даже черные. И какие-нибудь просто обычные спортивки. Которых, конечно же, нет. Но давайте что-нибудь такое. А обычного черного нет. У меня просто почти вся одежда черная. А в белую хотя бы полоску нет. Эх, это Sims. Ой, в таком я точно не хожу. Вот тут. Ну, тоже черных нет.
Ну, не такие, ну... Ладно, ничего страшного, тоже кроссовки. Так, в чем я сплю? Ну... Конечно же, вот в этом. Да? Трусики с сердечками. А почему бы и нет? Ну и футболочки. Тоже, по-моему, черный. Ну, нет, без тапочек я сплю. Кто еще спит в тапочках? Так, как бы я оделся на праздник? Хорошо. Ну, не знаю, скорее всего, как-нибудь... Ой, у меня есть футболка такая красивая, облегающая, как вот эта, только без воротника, вот этого, без пуговок. Тоже что-то написано. Давайте вот просто черную. И синие джинсы. О, с ремнем как раз. Так, и... Ой, кто-то мне тут написал, ничего страшного. Так, и... Вот это. Угу. Боже мой, в чем бы я плавал? Ну, только, наверное, в плавках. Без футболки. Почему он такой худой? Извините, а можно это? Немножко... Во! Ну и жепу можно чуть-чуть. Чуть-чуть. Ой, слушай, сколиоз, как у меня? Вот как у меня? Вот правда. Так, у меня, по-моему... Ой, ну это как трусы. По-моему, они тоже какие-то... Ну, допустим, такое, окей. Я наделся в жаркую погоду. Скорее всего, в какие-нибудь кофты. Не скорее всего, а в кофты. Так, ищем что-то по типу кофты. Ну, так-то я по-разному всегда надеваюсь. Ну, точно не рубашку. Ну, хотя я носил футболку с рубашкой. Носил. Тут что-то... Я не вижу такого. Так. Ну, не майка, нет. Так. Ну, окей, я тоже бы носил толстовку. Ну, и толком я не носил никакие шорты. Поэтому, наверное, только какие-нибудь спортивки. Оу. Ну, допустим, вот так вот. Только я бы не загибал бы их, извините, чуть ли не до колен. Только совсем немножко. Так. Только совсем немножко. Ну, допустим, вот так вот. Так. Ну, зимой, а я не знаю, у меня, наверное, нет таких курток, которые нужны. То есть, прямо у меня очень длинная куртка. Ну, не очень длинная, но длинная. Хочу пальто. Но у меня нет его. Так. Ну, тут нет таких курток, которых я ношу. Поэтому... Ну, вот что-то вот такое, да. Но она у меня... Черно-белая. Нет, не такая. Окей, сделаем вот так. Ну и да, наверное, такие джинсы и какие-нибудь... Ботинки по типу что-то вот такого. Тоже черные. Ну вот. Так, переходим к чертам характера, да? Да, выберите черту характера. Так, сразу же я выбираю, где вот лежебока. Ну, лежебока, ленивый, то же самое. А, и я не знаю еще какую, честно. Вечное дитя, неряха, неуклюжий, сноб, самоуверенный точно нет, веселый гений, пускай веселый, жизненную цель, подросток, ну нет, у меня не разгульная жизнь, так, семья, нет, не семья. Давайте знания, допустим.
Ну нет, не жизненная цель. Спортсмен. Нет, давайте знания. То есть. Этот персонаж хочет хорошо развиваться во всех областях. Господи, когда много говорю, аж горло пересохло. Так. Ну, допустим, давайте вот это. То есть, как бы, это жизненная цель связана с тем, то, что закончить школу, там, вот это вот все. Так, цвета. Какие мне нравятся цвета? Конечно, красный, черный, фиолетовый. Желтый, зеленый, белый. Да почти все. Оранжевый, серый, синий. Давайте синий. Ну и все, наверное. Так, жанр музыки. Ой, тут будет мне сложно, наверное. Потому что я слушаю вообще разную музыку. Давайте пропустим. Мода. Тут давайте тоже пропустим. Кстати, у меня не было этого пункта. Так, актерское мастерство. Видеоигры. Я обожаю играть в The Sims. Так, комедия, игра на пианино. А почему нет игры на барабанах? Извините, простите. Рисование, программирование, пение. Ну, петь я люблю, окей. Механика, комедия. Ну, я люблю шутить, окей. Ну, давайте выберу игру на гитаре. Хоть я и не играю на гитаре, все же я играю на барабанах. Это тоже музыкальный инструмент. Так, меня зовут... Так, я не знаю, что у меня включено. Английский. Сейчас переключим тогда. Ой, правда, в горле пересохло. Артём. Ой, её пропустил. Артём. Ну и фамилия меня, конечно же. Меня, конечно же. Расолов. Вот. Ну вот такой вот сим получился. Ну я не знаю, похож ли он на меня. Давайте повседневную одежду оденем. Ну я не улыбаюсь так, алло. Может быть, нет, я не угрюмый. Ну, допустим, он похож на меня. Ну, хоть чем-то. Ну, хотя бы одеждой. Или чертами характера. Ну что, этот ролик подошел к концу. Я надеюсь, он вам понравился. Обязательно подписывайтесь на канал, поддержите начинающего симера. И до новых встреч. Спасибо за парол, конец. До скорых встреч. Всем пока.